Прес-центр Національної поліції у п'ятницю повідомляє про те, що столична поліція розпочала, мова оригіналу, кримінальне провадження щодо пожежі в кабінеті судді Миколи Дідика. Саме той суддя, який є головним в процесі над російськими військовими Олександром Олександровим і Євгеном Єрофєєвим. Ви знаєте, звичайно, про цю подію. Одна з топових тем наприкінці тижня Україну, в принципі, як завжди, кожного дня завалюють новостями. В тому числі і Одесу. 737-7310, телефон прямого ефіра, дзвоніть нам в студію, задавайте свої вопросы. У вас есть полчаса, чтобы пообщаться с народными депутатами Максимом Поляковым и Евгением Дейдеем. Но и еще одно сообщение. Скорее всего, в Украине на следующей неделе будет объявлено создание новой парламентской коалиции. Об этом тоже в студии мы поговорим. Ну и традиционный интерактив для наших прямых эфиров. Сейчас вы увидите его на своих экранах. Знаете ли вы, что отмечается 10 апреля? Вот такой простой и для кого-то вполне вероятно очень сложный тест, не только на знание чего, я не буду открывать все козыри. Так, знаете ли вы, что отмечается 10 апреля? Витаю, шановні гости. Начнем, конечно, с того события, которое произошло накануне. Это пожар в кабинете судьи, который ведет процесс над российскими грушниками. Евгений, наверное, вопрос к вам. На ваш взгляд, это ли не показатель тех реформ, которые происходят в том числе и в судейском корпусе Украины? Вот так ярко, с огоньком. Ну и полиция, соответственно, прокуратура тоже. Ну, на самом деле, я думаю, что об этом нам расскажет уже более детально как бы следствие, которое получит, я думаю, покажет нам какие-то материалы своей работы. Ну, я думаю, что это еще одна из попыток оказывать давление на ход тех или иных процессов. То есть мы это видим, вы правильно говорите, реформы, да, но взамен реформы получаем разное давление с той или иной стороны. То есть это как лично мое мнение. Ну, возвращаясь к одной из основных тем нашего разговора, это уже вопрос будет Максиму Полякову, депутатский контроль. Уже довольно значительное время существует, есть определенные наработки, и, наверное, можно подводить определенные итоги. Давайте в нашей студии, в прямом эфире для Одессы мы эти наработки озвучим, мы эти итоги с вами подведем. И самое главное, практическая эффективность того, что вы делаете, ну и, соответственно, планы на будущее. Опять-таки, не открывая всех козырных карт, потому что ну, у нас жизнь так складывается, что, имея все козыри на руках, садишься играть, и получается, ты играешь не в карты, а в шашки, например. Да? Так, наверное, вполне вероятно с депутатским контролем. Вам слово. Спасибо. Хочу сказать, что практически год работы, и представительство Одессы мы открыли первое в стране, сегодня их уже действует 8 по плану. У нас только в очереди на открытие уже действующих есть еще плюс 4, то есть практически вот на начало лета у нас в половине государства уже будет действующее представительство. В Одессе открывался первое, потому что здесь было наибольшее количество тех жалоб, которые приходили к нам в Киев. Ну, кроме того, так как у нас есть здесь народные депутаты, которые сами одесситы, ну, соответственно, и подобрали хороший коллектив. Я считаю, что у нас сильный руководитель самого филиала, Александр Стапенко, который имеет авторитет как раз в плане борьбы с коррупцией. Кроме того, у нас тут есть и представитель, который приезжает отдельно с Киева, и занимается Подлесный Василий Николаевич. Сильная, мощная команда, и вот по количеству обращений мне подготовили аналитику, да, которую в течение года, ну, только вот гражданам пришло 261 обращение, да, это на самом деле не каждому народному депутату приходит столько, сколько приходит в филиал. Почему? Потому что это говорит о том, что все-таки мы решаем конкретные задачи. Вот в течение года было возбуждено около 30 уголовных дел, часть из них, которая отдельно была в Одессе возбуждена, часть из них возбуждена в центральных органах власти. Это говорит о определенной эффективности в данном направлении, потому что самое главное все-таки направление – это антикоррупционное. И, как вы сказали, если оценить эффективность этой работы, на самом деле в сегодняшнее время, конечно, эффективность ну, могла бы быть в стране выше, если была бы стабильность. Да? Сегодня, когда много руководителей, которые там или реорганизовываются, или имеют статус исполняющих обязанностей, сложно, конечно же, получить ответственность. Мало того, у нас были сильные инициативы, мощные, которые ну, касаются, как раз это была Александра Стапенко, подготовленная программа, по которой можно было построить
несколько сотен квартир на землях военных, но, к сожалению, господин Саакашвили, который стал как раз в этот период губернатором, ничего не сделал, ну, там только десяток квартир, которые получили грузины не на понятных условиях. То есть, но я надеюсь, что уже следующий губернатор, который будет, все-таки займется этой землей, и ребята, которые служили в АТО, смогут получить безоплатно до государства, при том, что денег на это не нужно, так как есть земля дорогая, одесская, на которой можно построить жилье. Следующий момент касаемо командной работы. Очень важно, что у нас есть постоянная коммуникация одесского филиала с нами в Киеве. То есть мы нередко выступаем с трибуны, нередко даем комментарии, непосредственно связываемся с центральными органами власти и по фактам коррупции. Нередко нам удается даже то, что они выходят в публичной плоскости, остановить или помочь. Ну вот недавно, буквально в течение месяца назад, был конкретный случай, когда пытались работники прокуратуры Одесской, Измаильского района, отобрать землю в одном из районов, это Белгородский район, землю рейдерским путем. Ну, пришлось оперативно включаться в эту работу и связываться с руководителем СБУ Одесской области. Батраком, правда, очень быстро отреагировал непосредственно с участниками, но хочу сказать, что землю удалось отстоять, ее не захватили. Там был некий такой бизнесмен Петков, который уже не раз, во всяком случае, был замешан. Как раз Измаильский район, да, очень гореизвестный. Да, который пытался захватить эту землю, но удалось отстоять. На сегодняшний день земля принадлежит тем людям, которые обрабатывают, которые платят налоги. Но вот это один из конкретных случаев, когда депутатский контроль отстоял, помог, и люди работают. Поэтому я считаю, это очень важно. Плохо направление, конечно же, касаемо бизнеса, потому что вот здесь мы, когда бизнесмены обращаются, очень многим помогают, но здесь должна быть коммуникация с местной властью, потому что у нас во всех регионах абсолютно есть работа с губернаторами, кроме Одесской области. Вот. Но так как губернатор, я так понимаю, у вас здесь космонавт, он никогда не бывает, соответственно, работа это неинтересна. Давайте так, вы говорите, коммуникация депутатов безопасности и контроля с местной властью. Чего не хватает? Почему не получается? Это первый вопрос. И второй. Депутатский контроль в Одессе, в Одесском регионе стартанул мощно. Да? И мы об этом хорошо знаем. И, кстати, говорили в этой студии с тем же Александром Остапенко. Потом, ну или информационное сопровождение немножко хромает, или дел стало меньше. Потому что 260 обращений, 30 возбужденных уголовных дел. То есть эффективность 10%. Да? Или. Смотрите. 30 уголовных дел, каждое же обращение не влечет уголовное дело. Естественно, конечно. Обращение – это проинформировать, получить информацию, то есть не каждое обращение, но хочу сказать из практики, вот Евгений подтвердит, что даже народному депутату внести в ЕДР какое-то любое сообщение, если ты это требуешь, далеко не просто. Поэтому, безусловно, что мы не 260 раз обращались, только в 10 случаях. Ну, это открыли. Я озвучу чаяние народа, да? Да, хочется посадить всех вот. И все. К сожалению, есть проблема в том, что одесская милиция, что прокуратура на сегодня практически бездействует. Да, если взять эффективность нашу пару месяцев, когда мы начинали работать при экс-руководителе прокуратуры, когда был еще Роман Говда, был Катеринчук, как ни странно, эффективность была намного выше. Вот. Но, к сожалению, вы понимаете, ну, в чем проблема? Когда мы обращаемся, работаем непосредственно с губернатором, с начальником милиции, они этим занимаются. Да? Как говорите, в информационном поле, ну, невозможно нам победить человека, который занимается в жизни исключительно пиаром. Да? Если взять господина Саакашвили, вот такой воинствующий популист, который исключительно... Давайте так, это вы говорите, потому что являетесь представителем Народного фронта? Нет, конечно. Я вам хочу сказать, что я только что на машине ехал сюда, да, и вот один участок одесской дороги в Одесской области, за который отвечает губернатор, машины едут по полю. Я даже знаю этот участок, да. Конечно, так же, как все одесситы. Ну, Саакашвили, конечно, не знает, он с Марушевской только бизнес-классом в самолете летает, они неизвестны. Касаемо Народного фронта, перед Новым годом был в Грузии, да, встречался с экс-премьером, с действующим премьером, главой бюджетной комитета. Вот они мне дали справочки касаемо там, господина Кипанидзе, Сакваралидзе. Вот господин Лор Кипанидзе, он имеет несколько десятков уголовных дел, за катувание, за то, что забирали собственность. Вот. Ну и самый главный вопрос, вот и тоже Саакашвили, Саакашвили, назовите мне еще пример хоть одного президента, хоть в одной стране мира, который бы в своей стране экс-президента лишили гражданства.
Это говорит очень много. Скажу больше, есть примеры, когда даже расстреливали, я сейчас о другом, конечно. Ну, вот расстреляли бы, если бы он там остался. К сожалению, не расстреляли. Не знаю. Вот. Поэтому на самом деле ситуация слабенькая самой работы, потому что на самом деле пришел мошенник, которого просто нужно взять за шкурку и выбросить отсюда, да, потому что его не место. Да, это просто есть популист, который, к сожалению, он самый большой вред стране принес ту, Украине, да, Саакашвили, тем, что люди ему поверили. Это самый большой грех, который он сделал для страны. Поверили, он включился, сел в самолет и полетел, понаходил Пане людей. Поляков, так у нас треба Верховну Раду и уряд, там, я не знаю, ще, може ви ще піднімось розігнати, да? Бо довірили після Майдану особливо, і він знає, що це таке в тому числі, да? І не лише Саакашвілі. Зараз він, йому не нужен адвокат, да? Я не хочу виступати адвокатом Саакашвілі, пусть приходит в студию, если соизволит, когда-нибудь, сомневаюсь, да, а и приходит об этом говорит. Мы вообще сейчас о доверии к власти как таковой должны говорить, это первый момент, потому что вот Евгений, насколько знаю, занимается реформой и прокурорской системы, и полиции, да, вот те как раз институции государственные, которым больше всего вопросов, в том числе и у депутатского контроля. Я помню, когда начинали в Одессе, да, это и контрабанда, и крышевание контрабанды, да, то есть оно же все переплетается. Ну, смотрите, касательно реформ и касательно результатов. Мы имеем с вами Одесскую область, которая является одной из самых крупных областей в нашей стране, на которой сейчас висит вся растаможка, в основном порты и так далее. Этой областью руководит грузинская команда, которой полностью отдали весь карт-бланш. Это единственный, по-моему, губернатор, который получил своего грузинского прокурора, экс-прокурора, слава богу, своего грузинского начальника ОВД и делает расстановки, которые ему выгодны. То есть, исходя из этого, если вы говорите про реформы, ну вот Саакварелидзе говорит, там, реформа в прокуратуре, я вот буквально перед тем, как к вам ехать, смотрел эфир по другому телеканалу, где был господин Саакварелидзе. Человек, который себя называет великим реформатором, человек, который себя называет профессионалом в той или иной сфере, то есть, а он конкретно говорит за прокурорскую деятельность свою, не может говорить, что прокуратура должна бороться в первую очередь с нищетой и с бедностью в народе. То есть, а заявление его о том, что как бы почему в других прокуратурах не могут обеспечить элементарно там топливом там, или чем-то еще, канцелярией и так далее. И он говорит, все вот берут, там нагибают предпринимателей, вот я никого не нагибая, как он выразился, мог обеспечить и дать это в каждую прокуратуру. Но мы прекрасно понимаем, что конкретно кого он нагибал письмами счастья от губернатора, от своего повелителя, который ему говорил, отнеси тому бизнесмену письмо, чтобы он пожертвовал фонд якобы для атошников. Потом за счет этого возились певички на чартерах. Кстати, я хотел бы поправить своего коллегу насчет Марушевском в бизнес-классе. Они редко летают общественными самолетами, они в основном чартерами летают за деньги Кауфмана и Грановского, которые их финансируют. То есть мы четко видим какие-то непонятные фонды, мы видим, как наши коллеги выкладывают кучу документов в интернете, которые связаны с коррупционной деятельностью грузинской реформаторской команды, как они себя называют. Что они доказаны в суде, сразу уточню? Идет, я уже говорил не на одном эфире, что идет какое-то непонятное покрывательство этой команды. Почему? Я не могу понять. С чьей стороны? Вот вы сейчас говорите, я должен получить ответ. Со всех сторон. Я не могу понять, это или давление извне идет. Почему? Потому что нам их интегрировали. Это великая политическая игра. У нас есть телефонный звонок, мы в прямом эфире. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня кто-то висит у нас на линии. Говорите, что сейчас сидят. Так вот, пусть конкретно назовут они хоть одну реформу, которую они провели. Вот мы все говорим, что они там хотят стремятся к переменам в нашей стране. Как они говорят, мы, украинцы, требуем реформ. Да очень просто. Вот пусть назовет Саакашвили, что он сделал в Одессе, кроме уничтоженных дорог, и то, что он Васе Хмельницкому забор развалил, который тот восстановил. Вот это вся деятельность, которая абсолютно равна нулю. Да, безусловно, это мошенник и авантюрист, который должен понести наказание за то, что он натворил за год в этой области. Или в том числе господин Саакварелидзе, который якобы говорит за уголовные дела касательно там, бриллиантовых прокуроров, да, которые не зацепились и просто распиарились вокруг этого, и который делает свои кадровые расстановки. У нас есть вот наглядный пример господин Мадебадзе, который был пойман буквально там, на третий день после того, как его крышу убрали, господина Саакварелидзе, был пойман на взятке в $5000. То есть, ну, вот мы видим кадровые расстановки грузинской команды, причем даже не коррупционных украинцев, они ставят коррупционных грузинов. Ну, так как-то не так вообще получается у них какие-то реформы. Вот пусть конкретно мне хоть один из них или из их защитников назовет, что сделала эта команда, чтобы в нашей стране стало хоть на чуточку жить лучше.
Говорят, что есть телефонный звонок. Я надеюсь, здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Добрый. У меня такое впечатление, что в гостях сегодня у Сергея Борисовича сидят два отъявленных врага одесситов. Потому что они критикуют ту новую команду, сегодня пришла. Хорошо, что Марушевская фамилия заканчивается на Марушевская, а не Марушедзе. Хорошо. И как вы можете пользоваться какими-то данными, которые сообщают вам о проделках грузинской команды где-то там? У вас есть судебные подтверждения какие-то? У вас есть данные, вы можете выложить это на стол и положить. Но вы, господин Дейдей, подписали петицию о том, что вам мешает здесь Харулидзе. Если он такой плохой, почему сегодня под прокуратурой творится то, что там творится? Если можно, ну, давайте так, если быть более точным, да, то, что творится под областной, как вы сказали, прокуратурой, там требования на сегодня как минимум одно и главное – отставка Николая Стоянова. Да? То есть о других моментах там речь не идет, это правда. Максим Евгений, у вас, части, да, вам по очереди придется отвечать. Да, по поводу судебных, спасибо за вопрос. Ну, мы слышали десятки обвинений, которые Саакашвили выдвигал всем, кому угодно. И вначале, кстати, тому же Кауфману Грановского, который сказал, что аэропорт должен вернуться. Но все это закончилось, что у него появились бесплатные чартеры. На этом Саакашвили сегодня живет. Касаемо госпожи Марушевской, извините, но это девушка, которая не доучилась в университете, которая не имеет того образования, которое говорили, а всего-навсего закончила курс. Максим, вы же человек так про жінку, можливо, не треба це прямо в эфире. Мы говорим о профессиональных вещах, да, то есть нужно понимать, что если распиарили на всю страну человека, который довел таможню, который не понимает, проведет совещание, не знает, чем отличается одна норма от другой, человек, который в принципе никогда не работал и не имеет соответствующее образование, да, и сегодня все грузы пошли, идут через всю страну, потому что невозможно работать в Одесской области, а поборы только увеличились, вот сегодня ситуация. И касаемо судебных решений, ну, извините, мы имеем по господину Саакашвили в Грузии 121 уголовное дело за то, что разгоняли людей, за то, что отбирали бизнес. И по чеку ведутся международные расследования. Я думаю, это более чем достаточно для того, чтобы открыть глаза. Но пусть мне хоть кто-то в Одессе скажет, что есть какой-то хоть маленький результат, которого бы достигла грузинская команда. Да, и самая высокая аренда в стране, за которую платится за офис Кауфмана Грановского, вот, которая практически не работает, людям пообещали зарплаты достойно, людям пообещали работу, но ее не существует. Людям пообещали инвестиции, мы имеем разваленные дороги. И одну единственную дорогу, которая в Келью, выделены за счет бюджета с кабинета министров, а не за тех каких-то инвестиций, международных грантов, которые Саакашвили здесь обещал и ездил. Все, что смог Саакашвили, это наплевать на всю страну. И когда Одессу заметало снегом, он в Харьков поехал и рассказывал про то, что как нужно реформировать. Вот помогал тут, что касается снегу. Давайте, если положа руку на сердце, буквально 10 секунд, я скажу так, что я знаю, что было с снегом и до снега, и после. И Владимир Жмак, первый заместитель, сейчас не о личности, а тех, кто работал, да, и контакт был полный. Что касается Саакашвили, в этом плане соглашусь, Евгений. Ну да, насчет снега вы правильно начали, я хотел бы продолжить, что как бы снег растаял, а Саакашвили остался по весне, понимаете? Смотрите, касательно, вот жалко, что мы не можем вести прямую дискуссию с человеком, который задавал вопрос. Вот, я ж, если возможно, телезрителю говорю, позвоните, да, у вас будет диалог, вполне вероятно. Вот, касательно того, что я еще раз задамся, что сделал конкретно Саакашвили, чтобы хоть на чуточку стало как-то полегче криминогенная обстановка в нашей Одесской области. Я подписался по тем письмам вторым человеком после Дмитрия Голубова. Подписался я в первую очередь потому, что я считаю действия обл. Бывшего экс-прокурора, да, непрофессиональными. Я вижу рост преступности, коррупции в Одесской области. Мы видим, как в два, а то и в три раза увеличились грабежи, разбои, убийства и угоны автомобилей. Это полиция или прокуратура все-таки? Это совместная структура, которая должна и обязана с этим бороться. Мы не видим ни одного коррупционера, который посадил господин Саакашвили. Мы видим только одного коррупционера, который привел, я же говорю, господина Мадыбадзе. То есть я подписался, мне часто говорят, что вот ты подписался в одном ряду там, с такими, как Кивалов там, и так далее, и так далее. Кивалов — это тот же самый народный депутат, который уже подписался, насколько я помню, под моей подписью. Когда я уже подписался в этом письме, я уже не мог дальше контролировать его судьбу. Он депутат-мажоритарщик, который тоже имеет право голоса, который представляет мнение части жителей Одессы.
И он имеет на это право. И я не мог запретить кому-то, тому или иному депутату подписаться в этом письме. У нас же не диктатура такая, которую планирует навести тут господин Саакашвили. Сейчас зрители скажут, а жаль. Так вот. Господин Саакварелидзе абсолютно некомпетентен в своей работе. Он абсолютно непрофессиональный прокурор. И человек, который незаконно занимает пост в облпрокуратуре, который занимает пост зам генерального прокурора, хотя у нас нету вообще в законе о прокуратуре такой должности, облпрокурор-зам генерального прокурора, у него нету ни 5 лет стажа. Он сюда пришел, он получил гражданство, он себя считает украинцем и говорит... Я вот за эту страну готов умереть. Что ты сделал за то время, которое ты пробыл тут для этой страны? Вы просили звонок. По-моему, тоже, да, звонок мне подсказывает. Что касается замгенпрокурора, прокурора Одесской области, такой прецедент уже был. Был господин Присяжнюк в Одесской области. Он как раз совмещал две должности. Звонок, пожалуйста. Вот. Я прошу прощения. Евгений хотел пообщаться дальше. Да-да. Пожалуйста. После того, что он сказал, его подпись. После Голубова это не делает ему чести, потому что Голубова на всю страну, и не только нашу, был назван по телевидению идиотом. И поведение его в Верховной Раде... Давайте так, у нас прямой эфир, я понимаю, да, но все равно Я насколько понимаю, что тот человек, который назвал его идиотом, оказался лысым идиотом по итогу, правильно, если мы говорим о том инциденте? Так, тут, пожалуйста, без намеков, да, потому что лысых у нас в городе не так уж и много при власти. Вопрос следующего плана. Возвращаясь все-таки к депутатскому контролю. Можно я на секунду спрошу? И так же самое и у Дмитрия Голубова. Я не мог запретить ему ставить свою подпись в коллективном обращении к генпрокурору. Потому Все. Что, еще раз Давайте повторю, точка, что у нас нет диктатуры, что нас какую хочет выстроить тут Саакашвили. Давайте о депутатском контроле. Мы говорим о таможне, говорим о реформах в прокуратуре и в полиции. Угу. Есть у депутатского контроля, например, тот же Александр Остапенко, который, по вашему мнению, может возглавить Одесскую таможню. Смотрите, первое, тут есть два момента ключевых. Первое, должно быть желание, второе, должно быть профессиональное качество. Да? Я очень сомневаюсь, что Александр Остапенко захотел бы возглавить, да, не имея базы образования, опыта в этой сфере. Ну, почему-то у нас никто не идет к врачу, к хирургу на операцию, потому что он хороший человек, да, идут к профессионалу. И даже не спрашивают, коррупционера нет, потому что хотят профессионала. Вот в каждой сфере должен быть профессионал, в таможне, в других. Потому что, к сожалению, как это неплохо звучит, так, извините, даже при коррупционерах, товарища, который был там на профессионал, было лучше, было дешевле, чем при этих горе-реформаторах, которые ничего не умеют делать. Да? Потому что, к сожалению, вы знаете, как говорил когда-то мой шеф, бардак хуже воровства. Вот сегодня эти товарищи, кроме того, что они воруют, да, так они еще довели в бардак в Одесской области. Но касаемо, как говорите, реформ. На самом деле мы подготовили достаточно много законопроектов, некоторые приняты в первом чтении, конкретно которые лоббировал депутатский контроль. Это отмена пошлин на электромобили, это запрет фармацевтической рекламы на телевидении, это канал от этого несчастлива, это переход в течение 5 лет, экологический законопроект, от пластиковых пакетов к бумажным. Да? То есть есть конкретные вещи, мало того, есть конкретный план у нас антикоррупционный в государстве. Вот. И касаемо Одессы, если вы помните, в прошлом году, когда мы приехали, когда у нас через одного из бизнесменов, известной в Одесской области, до 60% грузов проходило, да, и был такой господин Передрий, нам удалось довести до логического конца, снять его должности, возбудили все уголовные дела, и человека отстранили от этой должности. Да? Как бы мы создали площадку для того, чтобы приходили, люди работали. Но, к сожалению, мы не есть исполнительной властью, и не должен народный депутат заниматься исполнительной властью. Да? Наше создание — создать законодательное поле и проконтролировать эту работу, да, то, что мы делаем. Мы стараемся максимально коммуницировать, скажем, мы участвовали в законопроекте по отмене, о запрете вывоза леса с кругляка со стороны, да, это потенциально создает в течение 2 лет около 100 тысяч рабочих мест. Это конкретные вещи, которые делал депутатский контроль вот в период года нашей работы. Поэтому очень важно, и много инициатив мы берем, конечно же, непосредственно с тех проблем в бизнесе, которые существуют. Да? Потому что очень важно и ключевая есть сфера – это развитие экономики в стране. Потому что экономика платит, бизнес платит налоги, за счет него живут все остальные сферы. Вот. Поэтому это и задача
чего не понял Саакашвили и вся его грузинская команда, в том, что самое главное не кричать на каналах, не ездить каждую пятницу на Шустер, тратить сотни тысяч долларов за каждое участие, да, спонсоров, которые за него это вносят, а просто заниматься работой. Тогда будет за спиной бизнес, он будет платить налоги, и это тот результат, который хочет сегодня страна. Но, Жень, у нас есть телефонный звонок, позвольте. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Говорите. Продолжать. Касательно вот исполнителей, которые должны помогать в этих реформах, Одесская область не увидит при таком губернаторе реформ. Знаете почему? Есть один, есть одна этому причина. Просто человека постоянно нет на работе. Человек себе купил за 400 тысяч долларов недавно квартиру в Киеве и туда переехал. И мы наблюдаем, как он сидит в ресторанах с девушками в дорогих ресторанах. Мы наблюдаем, как он ходит там через день по эфирам вместе со своей командой. То есть, ну, смотрите, вот давайте вот разберем эту ситуацию. Мы с вами платим налоги. Времени мало. Да, мы платим налоги в бюджет. Из этих налогов госслужащим платят зарплату. Почему человек получает зарплату из бюджета и не находится на своем рабочем месте, хотя он должен находиться 5 дней в неделю, минимум 8 часов. Разве это не нарушение закона? Как может человек говорить о каком-то светлом будущем в стране и о каких-то реформах, когда он сам не находится на своем рабочем месте, таким образом незаконно получает свою заработку? Господа, вы знаете, вот мне бы хотелось, во-первых, ответить на телефонный звонок вам. Да? И второе, все-таки, наверное, не превращать наш эфир в то, что мы вот просто кого-то обвиняем. А говорить о тех реформах, Максим, вам респект за то, что вы назвали какие-то конкретные вещи. Вот это главное. А если мы просто поговорим, телефонный звонок я обязан. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я хочу сказать, что я благодарю эту программу «Медиаинформ». Я благодарю вот этих ребят, которые сейчас выступили конкретно, напрямую, перед всеми, кто может смотреть эту передачу. Молодцы! Спасибо, вы настолько прямые, насколько откровенно вы сказали, Саакашвили не место в этом, и его бригада не существует здесь. Ну вот, есть и такое. О чем вы говорите? Все это говорят, одесситы, все. Давайте за всех не расписываться точно, а за ваш звонок вам огромное спасибо. Да, пожалуйста. Могу ответить одной фразой, просто чемодан, вокзал Тбилиси. Касательно тюрьма. Бельфила. Там тюрьма. Возвращаясь в Украину, не случится ли ситуация, когда вашим коллегам по Верховной Раде тоже скажут так со временем? Или кому-то из исполнительной власти, которую вы, наверное, не хотите? Смотрите, на самом деле было... Я сам пришел с исполнительной власти, да, я был главой национальной комиссии, но хочу сказать, что очень важно, и была ответственность и ко мне, и к другим, когда она будет перед избирателем. Если этой ответственности не будет, то любой парламент будет полностью безответственным. Когда будут понимать, что те, кто обещали, ничего не сделали, не попадут в следующее, тогда будет совершенно другая у нас страна. Согласен. Выборы будут осенью? Скорее всего, не будет, исходя из того, что большинство... Это не хочется так Верховной Раде или... Нет. Ну, это или просто на этом, к сожалению, народ. Может закончиться очень плохо очередным витком популизма в год, и неизвестно, чем это закончится. Вот так кратко и емко. Есть еще один телефонный звонок. Горячий сегодня эфир. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела обратиться к народным депутатам, чтобы они в первую очередь Николая Гордиенко восстановили на работе, который судом уже не может попасть на свою работу. Я говорила о очень большом, огромной коррупции. Вы знаете, о ком я говорю. А второе, я горжусь тем, что нашей благословенной земле достался такой губернатор, как президент Грузии, президент, заметьте, который сделал столько доброго в Грузии, свою страну прославил. И думаю, что он для нашей он Родины тоже очень много сделал. И он такой же украинец, как все мы. И поэтому его туда выгнал народ. Спасибо. И поэтому мы имеем то, что его туда выгнал народ. Даже если говорят, что это были политические репрессии по отношению к нему, то почему за него тогда не стал народ? Вот почему? Элементарный? Вот вопрос. А просто его изгнали, лишили гражданства, и просто мы обязаны были приютить тут просто шайку. И сейчас этот человек, который, по сути, у меня складывается такое ощущение, что у нас в стране появился второй президент. Все, стоп, у нас остается минута. Я в любом случае вам благодарен, и зрители, часть зрителей, за ту откровенность, которую вы здесь демонстрировали. Вопрос на десерт, на финал. Какой законопроект вот у каждого из вас в ближайшее время вы готовы подать в Верховную Раду? Это если говорить о конкретной работе. На конкретных вещах. Вот на прошлой неделе был принят мой законопроект, где есть первым соавтором по страхованию. Я надеюсь, в ближайшие 2 недели. Это базовый закон, которого нет с 2001 года. Но очень важный, потому что это повысит ответственность, уровень страхования. То есть страхование касаемся во всех сферах. Поэтому я надеюсь, что в течение месяца его парламент примет. И по запрету финансовых пирамид. Это 2 базовых законопроекта, которые ведет мой финансовый комитет.
Мы сейчас подготавливаем с коллегами законопроект. Он будет на тему того, что как бы мы все считаем, мы собрали то есть, свое коллегиальное мнение о том, что в нашей стране люди, которые не платили налоги там, меньше 5 лет, которые платили налоги там, 5 лет и больше, имеют право занимать руководящие должности. А почему? Потому что я считаю, что каждый человек должен внести какую-то лепту в строительство этой страны. И я думаю, что мы его наконец-то уже сформируем и подадим как можно быстрее Верховную Раду на рассмотрение. Евгений Дайда и Максим Поляков, народные депутаты Украины. Вот ключевое для завершения нашей программы, для прямого эфира, слово «ответственность» из ваших уст прозвучало. Наверное, это действительно, ну если не главное, это очень, очень важно для каждого из нас. И не забывайте убивать в себе дракона. Это тоже очень нам всем пригодится. Спасибо огромное. Спасибо. До встречи. Увидимся через несколько минут на нашем же канале.